В 2023 году по всему миру произошло много крупных событий, которые оказали глубокое влияние на экономическое развитие разных стран мира. Давайте рассмотрим некоторые наиболее важные из них. Во-первых, глобальная инфляция. Из-за проблем с глобальной цепочкой поставок, роста цен на энергоносители и последствий пандемии коронавируса, многие страны в этом году сталкивались с проблемой инфляции. Уровень инфляции в некоторых странах достиг нового максимума за последние десятилетия, что оказало огромное давление на потребителей и предприятия. Во-вторых, китайско-американские торгово-экономические отношения. В этом году торговые отношения между Китаем и США вновь оказываются в центре глобального внимания. Торговые переговоры и подписание соглашения между двумя сторонами оказали глубокое влияние на глобальный экономический ландшафт и настроение на рынках. В-третьих, рост популярности цифровых валют. 2023 год – это год бурного развития цифровых валют. Многие страны начали изучать и продвигать выпуск и применение цифровых валют, что оказало значительное влияние на традиционную финансовую систему и денежно-кредитную политику. В-четвертых, изменение климата и устойчивое развитие. 2023 стал годом повышенного внимания к проблеме изменения климата в глобальном масштабе. Все больше предприятий и инвесторов стали уделять внимание охране окружающей среды и устойчивому развитию, что оказало глубокое влияние на структуру мировой экономики и промышленную структуру. Устойчивые инвестиции и зеленые финансы стали горячей темой на мировом финансовом рынке. 2023 год полон перемен и вызовов. И в мировой экономической и финансовой сферах произошло много важных событий. В будущем всем странам необходимо укреплять сотрудничество для совместного преодоления различных рисков и вызовов, а также содействия стабильности и устойчивому развитию мировой экономики.